Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. 22-й день. Выпадает нам ускоритель фляг для танка. Так, результаты. Какие результаты? Я не вижу никаких. А, вот-вот. Победитель у нас пираты, а мы проиграли, к сожалению. Но до этого зато мы очень много выигрывали. Бывают, ребята, и проигрыши. С этим не поспоришь. Так, что у нас... Так, сундук открываем. Покупкам мы должны сегодня взять 10 тысяч кубков, по идее, да, у нас должно быть. Ну что же, попробуем взять. Что значит, блин, попробуем? Не попробуем, а возьмем. Дай-ка я поменяю видос нашего гонщика. Клоун голый. Так, это не пойдет, не пойдет. Что-нибудь такое, что-нибудь посвежее. У них очень много повторов идет. Хоть сам собирай, а. Ну, блин. Давай вот этого вот оставим такого. С морковкой и все дела. Так, ну что, друзья, у нас зеленый кубок, как вы видите. Зеленый, блин, кубок. Ты смотри, что происходит, ребят. Фартануло. Фартануло. Тут нельзя, ребята, говорить, что нам не повезло. Все у нас было великолепно. Мы там перепрыгнули просто четенько. Именно за счет горючки вдарили такого пекла, такого джаза, что носочки завернулись сразу же в узелки. Че несешь, Рэй, а? Так, правильно, ребят, на моих часах без 5-4 ночи. Какой ночи? Наверное, уже утро, блин. Так, нас. Пошел-ка бы ты погулять, а, парень? Пупок еще не завязался, а уже летит он там вперед, папы. В пекло. Ой, ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай ты, табакерка, едь, блин. Ну вот, друзья мои. Воу, воу. Слушай, а вдруг все-таки... А вдруг получится, ребят? Нифига мы как с тобой. Как птички, ясный сокол, взлетели. Хм, мне понравилось. Да-да-да-да-да, вот дергайся там, как паралитик. А я взял первое место. Кубок ледника. Кубок ледника. Слушай, давай мы попробуем здесь, наверное, все-таки на кубке ледника взять с крыльями. Вот это вот. Я не знаю, что получится из этого. Сможем ли мы подняться именно наверх? Именно взлететь, ребят. Но то, что я... Колесами, конечно, тут пожертвовал. Это не есть хорошо. Так, мотоцикл там захандрил. Да куда ж ты так меня? За что же ты меня так не любишь, да, игра? Я успел, ребят. У байка, я так понял, закончилось горючее. Он не доехал просто-напросто до финиша. А у меня, как видишь, все нормально получилось. Но, опять же, это была только первая гонка. Сейчас мы посмотрим, что будет дальше. О-о-о, ребята, а дальше будет беда. Ты спросишь, почему? А я тебе отвечу, вот почему. Да, вот это тупанул. Тупее и быть не могло. Хорошо, хоть второе место заняли. Спасибо хотя бы на этом. Так, горные мосты. Да, я поменяю машину на горных мостах. Да, конечно, обидно было, что там лопухнулся я. Упал и не заехал, и упал. И, в общем, просто, ребята, дичь какая-то получилась. Так, ты посмотри, что баги тут вытворяют. Ты просто полюбуйся, они тут
Нет, ничего у них не вышло, но был шанс у этих двух багги меня, в принципе, обогнать. Я не могу отрицать этого. Но, как видишь, у нас все-таки больше было шансов, и мы этим шансом воспользовались. Да, я вот захотел именно здесь, ребят, проехаться. Я целенаправленно, грубо говоря, не стал там заезжать. Вторым приехал. Если бы я бы там не кочеврижился долго, после того, как врезался, была бы первая позиция, поверь мне. Это даже, ребят, не обсуждается. Это даже не обсуждается. Ты посмотри, что мы тут вытворяем. Ёк-макарёк. И даже заняли первую позицию. Блин, крутые, крутые, конечно. Так, я еще пока не вижу, ребята, 10 тысяч кубков, чтобы они были видны хотя бы на горизонте. Но вот лунный модуль я вижу точно. Поехали. Блин, ты посмотри, тоже на Lamborghini едет, а? Тут все зависит, ребята, кто как прокачан, у кого насколько улучшено все. Слушай, это же, по-моему, да-да-да-да-да, это именно то. Опа. Я уже приловчился просто-напросто к этому моменту. По первоку-то помнишь, как мы стремались вот этого прыжка? А теперь все, ребята. Как родные летаем. Вот это вот задержка не в тему сейчас была. Кстати, тут у нас одна, я так понимаю, трасса всего лишь, да? Да. И я приехал первым. Следом за мной раллийное авто. Не вижу, вон оно только появляется. Так, ребята, кубок претендентов. Я, наверное, поеду на нашей раллиечке. Так, с кубок претендентов, да, значит? Так, аккуратно, аккуратно. Тут можно врезаться и, сам понимаешь, можно разбиться. Да, мое нитро — это мое. И я его никого не отдам. Никому, точнее. Опа, он там по низинке, а я сразу с перепрыгом сделал это дело. Ну и, в принципе, все, ребята. Что тут можно еще сказать? Победа. Замечательно. Так, ну что, мы двигаемся дальше. Слышал сейчас звук такой? Знаешь, что это сейчас за звук был? Это у меня растение против зомби-герои. Готово. Ну, то есть прорендерилось. Готово, чтобы ее выложить. Такс, ну что. Скоро... О, сундучок заработали. Магнит и ускоритель дым. 3000 монет. Туннели. Ну, туннели, да. Такое себе, ребят, наслаждение. Опять это Lamborghini. Ganador. Да разбейся ты, Ganador. Говнодор. А вот здесь вот посмотрим, как тебе. Заезжай, заезжай, заезжай. Есть. Все там попадали, а мы заехали. Потому что мы лучшие, ребята. Мы лучшие. Вот что я тебе скажу. Все там поврезались. А мы заехали. Потому что мы красавчики. Так, кто-то меня спрашивал, там не один человек, как название твоего клана. Ребят, фух. Еще раз повторяю, название моего клана — Легион, по-английски. Легион. Оу, Рейчик, вот тебе и Легион. Вот тебе и Легион. По-английски пишется. По-моему, если не ошибаюсь, ребята, еще там две звездочки или кавычки, я же не помню. Надо будет посмотреть. Если сейчас не забуду, после поединка посмотрим.
после поединка, блин. После гонки, естественно. Какой поединок? Гладиатор тоже мне тут нашелся. Поединки, блин. Ну вот, пока, ребят, тут фуфлышку гнал, нормально обогнал. Класс. Так, ну что, 3000... Нет, не получили. Так, где это смотреть? Это смотреть, по-моему... Вот, ребята, кавычки, легион. Кавычки закрываются. Понимаешь? Онлайн 0. То есть все спят. Ну, правильно, спят, ребят. Знаете, почему спят? Потому что время, знаешь, сколько? Я даже к чату не могу подключиться, причем до сих пор. Не знаю, ребят, в чем проблема. Кубок застойный. Наверное, чат тоже решил поспать. Я помню, меня этот крокодил в тот раз выкинул обратно, помнишь, да? Сказал, пшел вон отсюда, щенок заморский. Плаваешь тут по моему болоту, летаешь, спать не даешь. Да-да-да, это так крокодил говорил. Все, ребятушки. Блин, надо расцветку у машины поменять. Ну, это действительно, это реснички, ребят. Это реснички, это женский вариант тачки. Нам надо взять синий-красный, вот это нормально было бы. Так, стоп, я тебе говорю, ну куда вы все разогнались? Без папы-то, ёпрста, вы что, совсем что ли нюхло потеряли, а? Ну ты-то куда там шпаришь? Летит, блин, сломя голову, не видит нифига. Посмотри в зеркало, что папа сзади едет. Ты должен сразу же расступиться. Нет, он шпарит, как назло. Отлично. Всех накололи, да, получается? Да, всех. Абсолют лишь. Ну, 3000 монет, понятно, получаем. Так, проехали дальше. И кубок скалистая дорога, скалы. Вот я не помню. Почему чат-то не работает, а? Что с ним случилось? Почему он перегорел, а, друзья? Скалистая дорога. Напрашиваются, если честно, у нас баги. Кстати, давай-ка, у нас деньги появились. Так, остается здесь 2 и здесь 5. И, в принципе, все, и будет у нас прокачка. Ребят, не помню, хоть убей. Ну, скалистая дорога. Вроде пока норм идем. Пока идем норм. Но вот это то, что нас закидывает, это меня подбешивает. Меня это всегда подбешивало, но... По крайней мере, мы не читаем с тобой каждую кочку. Есть. Каждую кочку не читаем, а просто проезжаем. Кстати, баги вторым там приехала. То есть, действительно, баги на этих... Получается, на этих трассах рулят. Рулят, я не знаю. Точно рулят? Ну, нафига ты вот этот вот подлет-то свой делаешь? Ну, вот бестолковый, ребята. Так, чувак не заехал. Мы его опередили. Это нам дает некое преимущество, да? Вообще шикардос. Хм, а следом приехал супердизель. Как он по этим кочкам несся, я, ребят, не представляю. Супердизель. Ну, сам же должен понимать, это такой транспорт. Не весь какой. Так, опять. Не, я пойду вниз, наверное, ребят. Вы как хотите, я пойду вниз. По-моему, там супердизель разбился, если я, ребят, не ошибаюсь. О, как запущено-то все, ребята. Я проехал.
Но, понимаешь, это все потому, что мы поехали с тобой по низу. Если бы мы поехали бы поверху, мы бы эту ерундовину облетели бы всю. Такс, ну что у нас, блин, как посмотрю на этот байк, ребят, сразу дрожь бросает. Как на нем ездят. И ведь ездят, причем довольно хорошо ездят на нем люди и занимают довольно хорошие солидные места. А я как курица лапой еду на нем. Даже назвать еду это я не могу, потому что я просто... Ну я не еду, ребят, на самом деле я разбиваюсь. Так, здесь очень хорошо проехали первую гонку. И я доволен как удав. Поэтому давай-ка попробуем повторить. Ёпрсте. Да-да-да-да-да-да-да. Лучше я поеду понизу. Мне понизу, ребята, так сказать, подручнее. Тем более тут уже финиш есть. Хотел там меня обогнать, но ничего не получилось у этой вертушки. Вражеская, вражинка. У вертушки вражинки ничего не получилось. А у папы Рэя все окей. Он в воду. Ух, ё, чуть было чайник, ребят, не сорвало. Давай. Пока они там есть первым. Прикинь, такая. Нет, ну все-таки хорош по времени-то там. Глубоководная езда. Слушай, мы можем глубоко. Нет, не будем. Не будем. Будем ехать на нашем комфортном, так сказать, транспорте. Я думал, просто вначале взять эту суперкар. Но в последние секунды я передумал. Возможно, ребята, зря. Потому что Алихач, интересно, он что, успел взять и... Он успел, ребята, взять воздуха. И еще при всем при этом обогнать всех. Ну, он, правда, весь раздолбанный приехал. Видимо, там слишком спешил. Слишком, ребята, газовал. Но приехал все-таки первым. Я без сучка и задольника сейчас проехал. Я дотянул. Отлично, шикарно все. The best from west. Вытянули. Подгазовка, перехват. Есть контакт. Ну что, давай попробуем третью гонку. Тоже так же нормально. Не нервничая. Без выпендрежа. Блин, подводная лодка точная. Трубу я промахнул. Нет, я прям перед ней. Отлично, ребят. Я прямо перед трубой упал. Ёпрсте, это... Это... И все равно и первым. Это ж как так надо было, а? Тупо, ребята, упасть, перевернуться и разбиться. Но это было нечестно. Это было, блин, нечестно, ребят. Эй, Бафомет. Ты куда так шпаришь-то? Так, пока он там делает подрывки. У меня только один конкурент, это байк. Но даже здесь, ребята, я его обогнал. Умудрился, а ты что хочешь? Извини меня. 190 серий гонок. Как тебе такой расклад? Естественно, рука, как говорится, помнит. Да не только рука. Но и голова. Ты видел, как это было? Но Бафомет оказался, ребят, шустрее. Да, тут, конечно, ребят, немножко мне не повезло. Не знаю, где он там, в каком моменте меня обогнал по воздуху. Но это было. Я только не могу понять, где это случилось. Где он так успел подскочить, что перепрыгнул меня. Прикинь, байк, по-моему, там разбился. Он перевернулся, ребят. Он просто перевернулся тупо. Врежься, дурачок. Все, первый. Сиди там, чеши репу. Так, пещеры ледяного огня.
пещеры ледяного огня. Если не ошибаюсь, то тут лучше взять с крыльями. Почему? Потому что, ребят, там будет воздух. Поток воздуха, который нас подкинет. Ну, должен подкинуть, по крайней мере. Но это не точно. Или точно? Ну, он меня подкинул, как ты видишь. И эти там вовсю, вовсю, ребят, шпарят. Я вот их уже обгоняю. Триман. На чем он там едет? На спортивной развалюшке? Ну да, ребят, на спортивной развалюшке едет Триман. Нет, не Триман, а Тигр его звать. Какой Триман? Хотя нет, есть и Триман, и Тигр здесь. Все правильно я говорю. Ну что я тебе скажу? По-моему, the best from west я проехал первым. Не зря я все-таки взял крылышки. Так, все ближе и ближе к 10 тысячам кубков. На снегоход, усиленная турбо. Опа, а вот такого, по-моему, ребята, у меня нет. Такой физиономии... Так, тихо. Такой глупой хари у меня не было. По-моему. Ну, если она есть или была, мы знаете, да, что они сразу же в кристаллы перерабатываются, короче. Ну, понятно, лихач. Ну что я могу сделать, ребят? Ну, лихач. Так тут еще, смотри, скоростной откуда-то высрался. Да ладно, он меня обогнал как стоячего, ребят. Просто, хоть я и монетки там брал, это не помогло. Монетный ускоритель здесь не сработал против скоростного. Да чтоб он тут разбился где-нибудь а потолок, а? Хмырь болотный, достал уже, блин. Вали прочь с моей трассы. Лезет, блин, куда его не просят. Вот так вот. Шпарит он там, понимаешь ли. Ну, это ему трасса тяжело далась, потому что, ребята, очень было много здесь прыжков. А прыжки он очень аккуратничал. Так, давай-ка я сброшу скорость вот так вот. Обязательно, ребята, надо сбрасывать скорость, иначе можно впендрючиться в стенку эту. А тут все тип-топ. The best from west. Так, едем. Подожди, что за трасса? Кубок лесов. Ну, одна из таких хороших, ребята, трасс. Кубок лесов. Где мы едем? Где есть немножко болота, где есть немножко древесины, где пахнет елками. Ну и финишем тоже пахнет. Причем очень быстрый финиш был. Я, честно говоря, даже не успел сосредоточиться. Ох, хорошо, 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 есть контакт. Ну, эти гонки просто меня радуют, ребята. Во-первых, очень короткие, а во-вторых, результативные. Ну, ты сам понимаешь, да? Первые места это дорогого стоит. Вот тут вот можно таким вот макаром, ребята, перевернуться с полтыка. Свиное рыло стоит там. Так, эпические холмы. Хоть убей, не помню. Снегоход. Вот это, ребята, новости. Снегоход, да еще и на форсаже, прикинь. Вот этот чувак жжет. Вот это он жжет, ребята. На эпических холмах. На снегоходе. Классно.
Gold Racer. Какой там золотой... Где там золотой гонщик-то? ККМ-ка там еще. Ай-яй-яй-яй-яй. Был очень, ребята, плохой прыжок. Был очень плохой прыжок. Ой, здесь тоже, ребят, потерял скорость. Ох, вообще. Ё-моё, а. Да, ладно. Что я могу сделать? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тут не упади, главное. Вот все смеялись над Бураном, да? Вот теперь посмейся, блин. Эх, и есть. А я только хотел, думал, сказать, что вот, ребята, достойный чувак был. Но нет. Он все-таки сдулся. Он все-таки сдулся, как ни крути. Да что ты будешь делать? Что ты как навозный жук-то едешь-то, блин? Леди Би. Сказал бы я тебе, Леди Би. Все равно она гадюка, а? А, она последней приехала. Она, ребята, приехала последняя. А что у нас в пустыне так сцепление хреново работает? Я что-то не могу понять. Это же вроде песок, а не лед. Ну, в принципе, может быть, пробуксовка то, что идет. По песку ты тоже сильно не погоняешь, верно? Верно. Все, ребят. Ну что у нас тут? Дальше? Дальше, ребята, гоним. Ох. Давай, поднимайся. Отлично. Нормально. Шикарно. Ну что, первое место. Совсем, ребята, немножко остается нам до встречи с боссом. Кто там босс будет, ума не приложу. Но кто-то да будет. Какой-нибудь очередной Квазимодыч. Вот это моя большая, ребята, ошибка. И, кстати, его тоже. Но он успел реабилитироваться, а? Паршивец. А я-то вот здесь как раз-то и сплоховал. Но, тем не менее, первое место взял. Первое место, ребята, взял я, отлично. Так, тихо. Да, все норм. Ну, он опять, ребят, сзади шпарит. Сзади просто по пятам. Как маленький подшнырик. Так, и горестный риф. Горестный риф. Слушай, он не отстает от меня вообще. Он мне не дает, ребята, продохнуть даже. Так, сейчас мы должны приземлиться, ну, естественно, перед трубой. Ать. Все. Просто шикарно. Ну что, босс? Нет, еще, ребята, магнитная цепь. Поехали. Я не буду ничего менять, не буду брать никакие крылья. Поеду так как... Ай-яй-яй-яй-яй, ребята. Нифига, они там в топку дали, ты прикинь. Один довтапливался, по-моему, да? Так, ну я второго, а тот-то как улетел. Как он там улетел?
Что с ним произошло, не знаю, ребята. В общем, все они обделались. Я почему-то приехал первым. Они что-то с неба попадали, как не знаю. Как кучка навозников каких-то. Я не знаю, что случилось с ними, ребята, если честно. Недолет у пацана был. Ты посмотри, что я вытворяю. Просто как бог. Идеально. Идеально, ребята, это дорого стоит. Ну, давай, Рычик, не хандри. Байкеру по сусалу дай. Подлеты, 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 все отлично. Риттер Про. Риттер Про. Ну что, ну я в любом случае его не догнал бы, ребят. К сожалению. Но. О, такой Билл Ньютон. Оу, болотистый кубок Никита. Болотистый кубок Никита. Не знаю, ребят. Попробую на ролейке. Ты серьезно? Ну давай ты поднажми там чутка-то. Есть. Одна гонка моя. Но это только начало, ребят, было. Ёк-макарёк. Слушай, Никита, вали-ка ты нафиг, а? Есть, ребят, я себе обеспечил первое место. Да? Я обеспечил себе первое место. Я очень этому доволен. Ладно, поехали поверку, фиг с ним. Еще и этот взяли. Ух. Прокачу, как говорится, с ветерком. Да просто топ. Просто топ, друзья. Ай, как хорошо. А вот это, кстати, физиономия. Это Билл с первой части. Это его физиономия. Один в один, ребята. Да. Ну, а мы взяли с вами, как говорится, 10 тысяч кубков. 10 тысяч кубков. И что у нас тут по команде? Давай глянем. Тут, ну, тут, наверное, снегоход лучше взять. Поехали. Да. Снегоход. Слушай, снегоход-то у меня что-то стал буйно так кататься. Я его что, прокачивал? Да нет, вроде бы. А что так лихо? Едет у меня. Ой, вот тут, ребята, аккуратно. Тут потолок, а у нас... У нас защиты нет. В плане горючего уже кончается. Буран едет по воде? Вы сейчас серьезно? Я не знал, что, ребята, Буран едет по воде. Так, а здесь, ну, здесь, наверное, возьмем... О! Так, там кто-то... Вот когда машина какая-то отъезжает назад, ребята, это чит. И чё? Так, ну, поехали. Ну и что это за корыто ржавое едет, блин, у меня? Непонятно, ну ладно. Чё-то как-то вот... Чё-то не хватает, ребят. Блин, этот меня уже обогнал. Ну, не обогнал, догнал, по крайней мере. Такой себе. Такое себе, ребят. Ну, здесь я попробую
На Ламборджини на нашей. Или Бугатти. Я захотел всех наколоть, да, но, по-моему, не получилось у меня. Или получилось? Пока затрудняюсь сказать, ребята, что-то... Ну и все. Так, я... 38 или 31 место, я не знаю, как тут, ребята, числится это все. Чат до сих пор не работает, я не знаю, в чем проблема. Гонка. Ну... Я не знаю, какая там гонка у нас будет. Давай я возьму. Что, действительно без машины, что ли? Просто гонка. Давай багги. Фига мы. Багги с места очень хорошо рвет. Видел, да? Прям идеально. Прям такой толчок дает резкий. Но мне кажется, тут мне не дадут никаких очков. Не знаю почему. Так, ну вот первый сундучок у нас в кармане. Первый сундучок в кармане, отлично. Давай ехать дальше. Ну что ты там морковкой своей машешь? Езжай, говорю, нормально, не дуркуй. Вот, можешь же, когда хочешь. Так. Извините, друзья. Кашлянул. Ну, понятно, как у нас всегда, как это начинается дохание. Сейчас под утро начну тут умирать от этого кашля. Постоянно такая фигня. Ну что там, где у нас? Мне нужно горючее. Горючее я взял. Я не знаю, опа, здесь я... Или я, или... Ну на фуре, короче, разбился. Ну давай, 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 давай. Оп. Ну что ты, что ты, что ты закривлялся? Алмаз. Так, ребят, скоро будет уже 2 километра. Скоро. Идеально приземлился. Так. Давай дальше. Да, он... Почему он, ребята, вот так вот едет круто в горке? Потому что у него офигенная, как это сказать, взрывная сила. Именно вот, что он с места рвет, как сумасшедший, что... Видишь, он когда приземляется, например, на землю, он сразу, видишь, такой рывок, его даже видно, чувствуется. Поэтому по, именно по рывковой, вот такой вот, по силе... Толчка вот этого газа. Мне кажется, это, наверное, багги одна из лучших машин. Я не знаю, что будет, если ей поставить, предположим, еще колеса на сцепление. То, ну, это, наверное, будет вообще супер-пупер рвач с места. Ну, сам понимаешь, на одном ускорении, ребята, начальном ты ничего не сделаешь. Все равно, как ни крути, надо ее как-то апгрейдить. Надо ей что-то ставить, помимо... Толчка вот этого. Так, тут. Ну это спорткар, но это не может быть, ребята, мой спорткар. Не может, то есть суперкар. Я до сюда бы фиг доехал бы на нем, поверь мне. Это как-то уже левый там, 100%. Так, мы уже почти, ребята, 3 километра. Я говорил, скоро 2 будет, а мы уже почти 3 с вами взяли. Единственное, что надо не пропустить горючее. Пропустишь горючее, соответственно, далеко ты не уедешь без горючки.
Поэтому езда ездой, а горючий горючим. Так, это уже шестой сундук. Это уже шестой сундук. Ох, ё-моё, сейчас поедем в горку. Оп. Так, вот этот вот надо взять горючее нам. И следующий сундук через 300 метров, ребят. Не-не-не-не. Ну съезжай ты, ёк-макарёк. Пугает меня, думал, застрял уже. Уже хотел психовать. Ну вот, вот это, кстати, ребята, застревание, пускай даже и не очень длинное по времени, очень может сказаться мне на нехватку горючего. Слушай, вообще тут есть конец или нет? Или это бесконечная трасса? Мне кажется, что это бесконечно. Тихо, тихо, не надо тут. Эй! Твою! Блин, он все прихватил, ребята, кроме горючки. Знаешь, такое ощущение, что это сделано было специально. Почему-то мне так показалось. Я бы мог намного дольше проехать и дальше. Но они мне не дали. Нет, ребята, тут не зачисляется. Ну что же, пожалуй, тогда на этом сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!